82-летний старик приходит к доктору и говорит: «Доктор, я на следующей неделе женюсь». «Ну, я вас поздравляю. А сколько лет вашей невесте?» «Невесте 22 недавно исполнилось». «Ну, вы знаете, как врач я должен вас предупредить, что чрезмерная активность постели в таком возрасте может иметь летальный исход». «Да вы не переживайте, если умрет, я еще раз женюсь». В ресторане заказ официанту. «Принесите мне, пожалуйста, стакан водки, бокал вина, рюмку коньяка, фужер шампанского, кружку пива и чашечку чая. Только чай, пожалуйста, не крепкий, а то у меня сердечко слабенькое». Здоровье – это такая штука, которую берегут, когда его уже нет, и целеустремленно подрывают, когда оно есть. Читаю на сайте знакомств. Он: «Хочу встретить девушку без лишнего веса». Она: «Хочу встретить мужика. Буду рада каждому лишнему сантиметру». Вовочка давно заметил, что его старший брат каждый вечер садится в машину отца и куда-то уезжает. И вот один раз он решил за братом проследить. Вечером он спрятался в машине и стал ждать, когда брат куда-то поедет. Скоро брат сел в машину и направился к своей подружке. У ее дома он посигналил, она вышла, а брат и говорит: «Хочешь со мной поехать в лес?» «Хочу». Они поехали в лес, остановились на одной полянке, а брат и говорит своей подружке: «Я не стану много болтать. Говори сразу, хочешь ты или нет?» Та отвечает: «Нет, я не хочу». А он ей говорит: «Ну все, тогда вылезай из машины и иди домой пешком». Он высаживает подружку из машины и едет обратно домой. Вовочка лежит сзади и думает: «Да, круто так у него получилось, надо и мне будет разок попробовать». Он берет свой велосипед из гаража, едет к своей подружке и говорит: «Хочешь со мной поехать в лес?» Та отвечает: «Да». Она садится на раму, и он везет ее в лес. Там Вовочка ей говорит: «Я не стану много болтать, говори сразу, хочешь ты или нет?» Подружка, не задумываясь, отвечает: «Хочу». «Как хочешь?» «Ну вот так хочу». «Ладно, черт с тобой, вот тебе велосипед и катись домой, а я пешком пойду».